Друзья, всем привет! Хочу для вас снять небольшое видео. Вчера после работы съездил на адресок и купил вот эти вот предметы. Справа старые открытки. Я посидел, немножко перевел их почерк и хочу вам зачитать, что написано на этих открытках. Почтовый ящик для писем, скажи ей что, изнываюсь тоски. Здравствуй, дорогая Наденька. Посылаю тебе свое драгоценное почтение и извещаю тебя, что я, слава Богу, жив и здоров, что и тебе желаю, Надя. Я писал вам письмо, но ответа от вас нету. Почему это я не знаю? Разве вы не получили моего письма? Так прошу, Надя, пишите ответ, как получите, как у вас обстоят дела. Я теперь, Надя, нахожусь уже сам на квартире. Так что я заранее снял две комнаты за 4 рубля. Еще извещаю, купил себе сертучную пару, так что я в полной амуниции. Пиши, как ты ходила с тетей в театр. ДД, жду. Это одна открытка. Другая, тоже такая вот красавица. Когда умру, когда уеду, когда не будет здесь меня, тогда возьми открытку в руки и вспомни, кто любит тебя. Классно. 32-й год. Возьмем вот эту девочку. Это у нас была открытка, послана в город Харьков. Балдиной АЭС, Андреевская, улица 56. Многоуважаемая Надя, шлю вам сердечный привет из далекого, вечного, шумного города. Я живу спокойно, изредка скучаю по солнцу и поэтической Украине. Я вам завидую, что вы живете на юге, но сам уезжать туда не хочу. Этот вечный шум сперва меня раздражал, но теперь я привык. Живу вполне общественной жизнью. Когда приеду и увижу вас, не знаю. Но вы зимой приезжайте с мамой или с кем-либо. Я буду рад вас встретить. Пишите, ваш друг. Вот такое вот было послание в город Харьков. На этой открытке просто на память Ане. Вот красивая. Дорогого брата Ваню поздравляю с Днем Ангела и желаю много-много пожить. 1 января 1916 года. Да, историю в руках, конечно, интересно держать и читать. Три фотокарточки. Здесь у нас С.В. Михайловский, Лиски, Воронежская губерния. А вот тут у нас П.И. Михайловский, Харьков. На долгую память от, тут я не разобрал, 14-й год. И фотокарточка портрет. Друзья, вот такой вот ножик вообще классный. Рамочный нож. Значит, он тут написано память службы Москва Истра 1955 год. Нож на память о службе. Рамочный. Накладки, конечно, уже со временем утеряны. Нож металлист харьковский. Днепропетровское домино.
еще один интересный предмет. Это пятнашки. Значит, снизу написано Диаблотин написано снизу. Значит, времени у меня еще не было разобраться, что за пятнашки. Заскочил быстренько на eBay. На eBay они стартуют от $40. В описании ничего там люди не пишут. В названии пишут «редкий предмет». Значит, продавец мне сообщил такую историю этих пятнашек, что его деду во время Второй мировой войны подарил американский солдат. То есть в то время у каждого солдата США была эта игра пятнашки. Насколько точна эта информация, я не знаю. Если вы что-то знаете, можете написать.